Rider, buster, you need it. Geeking off a parking, bitch, I'm feeling like a demon. Bitch, I came in, drifting on the pavement. Всем здорово, с вами Макс, и вы на канале Top Drive Games. Это Need for Speed 4 High Stakes. Давненько мы не делали обзор на старенький Need for Speed, и вот он случился. Итак, мы попадаем в главное меню, и что мы тут видим? Мы тут видим очень такой интересный дизайн, состоящий из множества мониторов и на... Так, это что это такое? А, это типа он хочет нам показать какой-нибудь повтор, но, к сожалению, это версия без видео. Да, запускаем мы это на PSX эмуляторе. Так, давайте сразу же сделаем чуть-чуть потише звук. Звук музыки. Так, о, у нас тут есть даже Dolby. Dolby режим. Да, и... Потому что я запустил, кстати, ПК-версию, у меня не получилось настроить разрешение там. Мне кажется, там фикс какой-то надо просто поставить и все. Но я решил не заморачиваться и запустить версию от плойки первой. Так как я в детстве играл в эту версию, и я примерно все помню. Итак, давайте заходим в один игрок. Что у нас тут есть? Тип гонки. Пробный заезд, одиночная гонка, преследование, турнир и события. Ну, в событиях у нас тут получается различные виды гонок. То есть гонки на выходных. Это мы прокатимся на эксклюзивной Z3. Серия гонок в сумерках. И больше пока нам ничего не доступно. Но мы пока не будем это гонять. Давайте просто зайдем в пробный заезд и посмотрим вообще, как обстоят дела тут с графонием. Так, трасса Германия, шоссе, Франция, дорога на Адонф, Канада, парк Киндиак. И дальше у нас недоступно, поэтому даже не будем смотреть трассы, давайте в Германии прокатимся. Самое интересное это автомобили. У нас тут есть выставочный зал. Здесь нам рассказывают про каждый автомобиль, как и было в предыдущих частях. Почему этого не делают в современных Need for Speed, я вообще не понимаю. Итак, по машинам давайте посмотрим, что у нас тут есть. SLK 230, Z3 Roadster 2.8. Блин, прикольная тачка. Camaro Z28. Кстати, сразу хочу обратить внимание, как подтянулся графоний. Он тут стал намного лучше. Посмотрите, появились, ну, глянцевая краска, прям видно все отражения. На стеклах отражения, стекла стали прозрачными. У нас появился салон автомобиля. Фары как горят. Ну, блин, реально графоний подтянулся. Далее, мне очень в детстве нравилась эта модель. Firebird TA. Кстати, посмотрите, как у нас вообще интерфейс. На заднем фоне у нас показывается эта модель. Прикольно сделано. На мониторах, типа. Так, далее. Aston Martin DB7. Jaguar XKR. BMW M5. Corvette. Еще так мониторы поочередно загораются. Прикольно. Ferrari 550 Maranello. Porsche 911. Ferrari F50, Lambo Diablo SV, Mercedes SLK GTR, McLaren F1 GTR и все. В принципе, машин не так уж и много. Но давайте прокатимся на Мерсе. Желтенький цвет сделаем. А это у нас загрузка. То есть во время загрузки нам показывают, как выглядит трасса, по которой мы поедем. Просто и со вкусом, так сказать. Ух. Что мне нравится в этой игре, вы посмотрите. Интерфейс. То есть
для каждой машины у нас свой тахометр. И, блин, реально он классно вписывается в интерфейс. И еще это один из всех Need for Speed'ов, по-моему, в пятой части, я не помню, есть или нет, возможность включать фары. Вот, допустим, я включил фары. Включил аварийку. Ну и также по отдельности поворотники. То есть, ну, блин, реально, ну... Я что-то не припоминаю в других частях Need for Speed'а этого. Конечно, мелочь, но приятно все-таки. Так, ой-ой-ой-ой. Кстати, я так понял, машина без АБС-а. Потому что я нажал на тормоз, и у меня заблокировались колеса. Кстати, очень странно, потому что в предыдущих частях можно было выбрать перед гонкой это. А тут что-то нельзя. Ну, тут трафик у нас ездит. Ну, физика такая приятненькая, играть можно. Ну, конечно же, надо привыкать. И я играю на DualShock от плойки 4, поэтому как-то... А, на, я на стике играю. Ой-ой-ой, вы посмотрите. Офигеть. ДТП. Перевернулась тачка с грузом. И, кстати, это прям вообще рандомно. Она не всегда тут. Блин, прикольно. Так, ручник на какой? А, вот, все, нашел. Ну, блин, тут ручник лучше вообще не трогать, потому что такая физика... реально очень такая... хардкорная, я бы сказал. Хоть это и аркада, но, блин... Если тебя понесло, то ты вряд ли уже выровняешь тачку. Ну, в принципе, с пробным заездом у нас все понятно. Давайте от копов погоняем. Все-таки игра завязана на копах. Итак, заходим. Один игрок. Преследование. Одиночная игра. Ну, давайте на средненьком уровне сложности попробуем. Трассу выберем, давайте. Вот хочу с поездом трассу. И что-нибудь такое, давайте автомобиль побыстрее выберем. Давайте на корвете. Мне что-то очень нравится корвет. Желтенький цвет есть у него? В смысле желтого цвета у корвета нет? Вы серьезно? Ну давайте на синем. Так. Я переключил случайно. Погнали. Ух, какой звук у него, блин. Странно, кстати, номера почему-то на каждой машине. Какая-то, видимо, проблема с текстурой или чего. Но это, мне кажется, зависит от вот этой версии. Какая-то она кривая. И видеороликов нету, и что-то кривенько. Ух, послушайте, какой звук классный. Так. Фары включили. Охренеть, у него пробуксовка. Блин, звук мотора у него вообще шикарный. Ну, звук выхлопа и мотора. Быстро разгоняется, однако. Так, а вон уже и копы. Посмотрим, на чем они ездят. А, они решили сразу на корветах за мной погонять. По-моему, начальная тачка у них импалы. Охренеть, какие они жесткие тут.
Сразу же на таран иду. Ребят, я вроде особо ничего не нарушал. Кстати, по повреждениям. Повреждения есть, но такие они. Лайтовые, я бы сказал. Грубо говоря, тупо текстурка накладывается, повреждения. Поезд вон ехал. Охренеть, на лампу, вы чё? В смысле штрафовок? Ребят, я вроде ехал, блин, и скорость держал. Странно. А то есть замедляться тут вообще нельзя. И вырезаться в ихнее ограждение тоже нельзя. Тебя сразу же оштрафуют. Так, они уже говорят, что я на мосту ехал. Да, менты тут, конечно, такие. Сразу тебя на таран берут. Блин, мне кажется, меньше 60 нельзя с ними ехать. А вон у нас опять поезд. Блин, я вроде немедленно еду, а они меня все равно догоняют. Так, то есть там поезд, видели ограждение там? То есть поезд дальше не едет, что ли? Так, опять менты на ламбы. Отвяжись от меня. Так, они выставили заграждение, но я проехал. Блин, в дерево. Я надеялся, что между деревьев проскочу, но не получилось. Посмотрите, какой у нас покоцанный корвет. Между деревьев я не проскочил. Конечно же, к физике надо привыкать. Поэтому, блин, чё, я играл, допустим, недавно в BNG, привык. Ой-ой-ой, меня развернуло. Привык к физике BNG, а тут, блин, совсем другая физика. Хардкорная старая физика. Нет, раньше, конечно, было, блин, реально, вот, ты сидишь и задрачиваешь в эти игры. Одну трассу, ну, так как мало было трасс, ты сидишь одну трассу, блин, ездишь, ставишь рекорды. А, новые там, куча трасс, чё только нету. Машин куча, а тут, блин, ты сидишь, тебе определенная машина понравилась, и на ней катаешься. То есть, реально, ты мог ставить рекорды, прям, с каждым разом. Так, мне кажется, сейчас они опять, да, проскочили. Нас чуть не развернуло, блин. У нас, блин, весь корвет покосанный уже. То, что, блин, менты злые, очень злые. Ай, блин, заносит. Один фонарь горит. Ну, точнее, ой, все, уже и не горит. Все, арестовали. Просто машину занесло и все. Я даже еще не остановился, до конца уже арестовал. Вот такие вот тут погони. Музыка такая. В тему прям. Да, я эту игру любил и за музыку. Музыка тут реально классная. Ну, в принципе, вот. Такой вот Need for Speed 4 High Stakes. Блин, реально очень интересно было в игру эту играть в детстве. Конечно, сейчас она уже потеряла то величие, но зайти было очень интересно. Так что советую окунуться в детство и поиграть. А те, кто это, так сказать, помоложе, советую просто зайти попробовать, что как раньше делали игры. Так, у нас опять типа повторно хочет включить, но его нету.
Ну что ж, ребят, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, если понравилось. Ставьте дизлайки, если не понравилось. Подписывайтесь на канал. Будет очень много видео. И до новых встреч. Всем пока.